Заповедную систему страны ждет перезагрузка. Это было подчеркнуто на Всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий, которая прошла в Сочи на прошлой неделе. Это же касается региональной системы особо охраняемых природных территорий, или кратко ООПТ. В Ульяновской области таких территорий 142. Они занимают площадь около 180 тысяч гектар. В ближайшие несколько лет на территориях будет проделана комплексная работа по увеличению количества редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, сохранение и восстановление ценнейших экосистем, создание объектов инфраструктуры, визит-центров, экотроп. Мы планируем в этом году проложить 20 экотроп, 20 экологических маршрутов по наиболее интересным заповедным территориям региона. Хочу сказать, что практика создания экотроп у нас уже есть, и это такие же с историей экотропы на территории памятника природы Виновской рощи, на территории Акшуатского дендропарка. Все экотропы, по словам министра, будут паспортизированы, оборудованы и аншлагированы. А посетители смогут получить исчерпывающую информацию о природе, о ценностях экосистем той или иной заповедной территории и, конечно, прогуляться. Поработают и над особо охраняемых природных территориях, расположенных в черте города Ульяновска. В частности, акцент сделан на трех участках. Это парки культуры и отдыха, Победа, Прибрежный и имени Свердлова, Владимирский сад. Желательно, чтобы все вот территории, которые особенно связаны с какими-то парковыми зонами, естественные территории природные, конечно, были особо охраняемые, чтобы к ним было более внимательное отношение, ну, прежде всего, наверное, со стороны не только, наверное, властей, но и, прежде всего, людей, конечно, потому что от людей, наверное, зависит, каковы у нас территории, насколько они в хорошем состоянии. Всего в городе выделено 12 особо охраняемых природных территорий. Их полное оформление, предусматривающее зонирование и постановку на кадастровый учет, является одной из задач депутатского корпуса в 2019 году. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.